там посмотри на меня. Вот. О, слышите, как лошадки там кричат? Вот так-то. Мы даже выиграли что-то! Анют, куда ходила? Я покакать. Какать ходила? Нет. А где мама? Тут. Эй, привет, привет, мои дорогие! Что, соскучились? А куда мы едем, семейство? Не трогай ухо. Нет, мы едем в Зинковский парк. Мы сейчас хотели вообще съездить сначала в парк Гагарина покататься на каруселях, но папа сказал, никакого парка, и мы едем в Зинковский парк. Поехали! А ты что, давай. Что именно? Конечно, не взял. А что я должен был взять? Анин? Анин взял. Папа его как-то загрузил. Сейчас сделает. Я поехала. Куда ты поехала? Подожди, солнышко. Крути, да, крути. Сегодня покрутить хорошо? Да. И вы вместе починили все, да? Да, да. И ты, и я, и Соня. Ну вот. Как, Софинка, получается? Хорошо. Да. Все, теперь Анютка еще покрутит. Ладно, тебе крути. Давай. Все, если у нас в дороге сломается машина, нам не страшно. У нас есть кому крутить. Теперь я. Давайте, еще чуть-чуть там осталось. Давай. Оставим его здесь. Все, Соня? Все. Ну все, значит, все нормально. Сколько мы ехали? Около часа примерно? Не около, а час. Ну да, где-то час. От Новокузнецка час езды. Проблема с парковками неимоверная. Просто парковка маленькая, народу много. И плюс она еще платная, 50 рублей. Дети уже угнали. И мы поедем туда, да. Ничто так не говорит об общественных местах, как туалеты. Туда. Как туалет? Хорошо, что я жива. Ужасно. А что с тобой могло случиться? Из унитаза мог выплыть какой-нибудь монстр и съесть тебя? Нет, не могла вздохнуть. Ага, значит, все-таки туалет плохой. Очень. Забавно, да? Не прошло и 10 минут, как мы встретили белку в парке. Прикольно. Прикольно? А я первый раз белку видела. И я тоже. Мусорки довольно часто. И мусора, в принципе, нету. Есть только самокаты. Электросамокаты. Кто валяется? Мусор? Ну, везде бывает. Ничего страшного. Вы бы лучше здесь шли? Ну, потому что это велосипедная дорожка. И для самокатов самоубийц. Смотрите, какие деревья высокие, красивые, красота. Наверное, на них белки живут. Лодку на прокат, то есть катамаран, 500 рублей полчаса, а час 1000. А, жилеты... Час должен быть дешевле. Да, час должен быть дешевле. Жилеты нам не дали. Хотя на, друзья ездили, им обязательно сказали, всем даже на маленьком а не надо, вы сказали. У вас спортивное телосложение, так что плывите так. Ну, пробуй. Как?
Плов, обычный плов. Сколько стоит плов? 200 рублей. Отлично. Сонь, попробовала? Рыбочку взять. Ну, попробуй. Возьми вилку. Ну как? Нормально. Нормально? Можно кушать, да? Мам, дай салфетку. Все? Там какая грязная. Ну да. София, отходи. Отходи. Ну все, так должно быть. Куда ты? Он тебе обратно вернулся. Ты что? Стой. Это я буду куда-то вернуться. Давай. А там ты? На, попробуй. Сейчас дам тебе. Подожди, сейчас. Ходи ближе, ближе. Кидай. Ну, давай. Папа, давай. Ты дай мне дротики, нормально, да? Дай. На. На, подержи. Ань, ты ее облизываешь? Ну да, нам же подуть так, надо. Так мозгел, да? Отойди, София. Давай, давай я покидаю, а потом я тебя подниму и ты кинешь. Давай. Три. То есть у меня еще один, да? А я еще потом. Эй! Давай. А Аня-то не досталась. Да. Аня не кинула. Дайте еще. Да, один. Дайте один дрочек, как Аня, она просто кинет. Кидай, Аня. У-ху! Мы почти выиграли. Звонится в дар городу Прокопьевску жемчужины Кузбасса от учредителей управляющей компании СИПКОУ. Папа, пойдем. Куда? Ага. Ну, дерни, она закрыта. Ну. Закрыто? Ну все. Вот наглядная иллюстрация русского менталитета. Люди не могут машину припарковать нормально. А все припарковались как попало. И теперь отсюда хрен просто выйдешь. Просто ужас.